Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час, на небесе и на земле поклоняемые, славимые Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведное любя и грешное милуя, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши часи молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной от Твоей славы, яко благословен есть и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови очи. Аминь. Владыко Божий, Отче Держителю, Господи, в Сыне Единородный Иисусе Христе, Святые Души, едино Божество, едина сила, помилуй грешно, коими живеси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен есть его веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восставши на мя, крепце взыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою, сего Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твоей потреби их, волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил Мессии, на враги мои, обозри око мое, внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мимию слыши мя, во скорбях печалью моею, и смятокся от глаза вражи, от стужения грешнича, яко клониши на мя беззаконие, во гневе враждоваху ми, сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрым тьма, и рех, кто даст мне крылей, яко голубине, полещу и почею, все удалихся, бегая, водворихся в пустыне, чаю Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его, беззаконие, труд посреди его, и неправда, и не ускудет стогни его лихвая лесть, яко аще бы враг поносил мя, претерпел бы их оба, яще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушней, владыко мой, знаемый мой, и же купно наслаждался си со мной брашен, в дому Божие ходихом единомышлением, да приедет же смерть, на ня, и да снидут во ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возваху, Господь, услыша мя, вечер и за утро и полудня повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век, не избавим изменения, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишася от гнева лица Его и приближишася сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и таз от стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и то и Тебя препитает, не даст век, молвы, праведнику. Ты же, Боже, низведеши я в студенец истления, мужа и крови и льстени преполовят дни своих, аз же, Господи, уповаю на Тя, живых помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится.
Речит Господи, весь заступник мой, сей прибежище мой, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, слове сей мятежно, плечма своему осенит тебя, и под крыли Его надеешься, оружием обудет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стрящие беса полуденного, падет от страны твоей, а тысяча тьма одесную тебе, к тебе же не приближится». Обачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое, вышняго положилось и прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть о Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих. На руках возьмут Тя, да никогда приткнешь, а камень ногу Твою. Наспеды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя упова избавлю и покрою, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне, слышу Его, с ним есим в скорби, измою Его и прославлю Его. Долготою дни исполню Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангельские силы на гробе Твоем, истребущие омертвеша, и стояша Мария во гробе, ищущий пречистого тела Твоего. Пленил еси ад, не искусився от него, встретил еси деву, даруя живот, воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, странен быв на земли, небесного Отечества достигал еси, преподобне Отче Паисе, добротолюбие подвижниче, верных научил еси ум к Богу возводите и сердцем к Нему взывайте, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебе родшегося, моли, Богородица Деву, многого может моление матернее, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, яко милостив есть, и спасти моги, и же страдать у нас изволивай, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Живоначальную дланью, умерши от мрачных удолей, жизнодавец воскресив всех, Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть Бог всех, Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняем и славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготробне, и же праведное, любя и грешное, милой, и же всязывая ко спасению обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наша в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти, помышления, исправи мысли о чести, и избави нас от всяких скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да уполчением их соблюдаемыми и наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови, Отче. Аминь. Боже, Господи, силы все твари Содеятелю, и же за милосердие весь прикладная милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыко человека любче, прими нас грешных благодарственное сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоею уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносочного зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу с Единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, Владыку, благословенно Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. В всяком граде, стране, верою живущей в них,
Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздуха, по изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Страждущих плененных и о спасении его Господу помолимся. Господи, помилуй. Да избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Да спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, як уподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душе моя Господа, благослови неси Господи. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови, душе моя Господа, и не забывайся постоянно Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желание Твое, обновиться яко для юность Твоя. Творяй, милостыни Господь, и судьбу всем обидимым, за заботе Своему и сироте, сыном Израилем и потерия Своя. Щедрый милости Господь, долго терпелив и много милости, не до конца прогневается, не живи прождует, небо беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам. Я по высоте небес него земли, утвердилась Господь милость свою на боящихся Его. И лико стоят восторцы отца Аба, ударил есть от нас беззаконие наше. Я щедрый Отец Святый, ущедрый Господь боящихся Его. Я, который поздно создание наше, повяну, як купец весьмы. Человек, як трава, дни Его, як цветельник, так он цветет. Я, буду против тем, и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его и помнящий заповеди Его, творителя. Господь на небе сил готов престол свой, и царство Его всеми обладает.
молимся. Господи, помилуй. И спасибо, милое, и сохрани нас, Боже, Твоей неблагодатью. Господи, помилуй. И святую, и чистую, и преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, яко Твоя держава и Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Придешь во царствие Твое.
Светонезаходимого Матери,
во мраце греховнем блуждающем, путь спасения озарила еси Богородице, и мнозих Бог в пустынях непроходных, плоть духу покоривших, ангелоподобных, Богу привела еси, с ними же и Паисия дивного, церкви православные украшение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
жития ревнителю, я был пчела многотрудная, Писанию отеческими души наша вступил дети, и в то, что наставляя на путь спасения, всего ради зовем Ти, радуйся, Паисия, премудре, став чисто духовного в стране нашей возродителю. И ныне пресно его веки веков, аминь, взбранной воле Боге победительной я песни приносим, я подарувася нам держава твоя, и ничесо же устрашився, не от мира во спасение наше, но превознесенные владычицы милосердия ограждаемся, и тому днесь радуемся, яко прийти заступница на стражу земли своей. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси, Боже честивое. Господи, спаси, благочестивое. Смерть преподобных Его.
Честна пред Господем смерть преподобная. Сеем послание святого апостола Павла чтение. Братья, Бог богатый в милости, за премногую любовь свою, ей же возлюби нас, и сущих нас мертвых прегрешеньми, сооживи Христом, благодатью есте спасени, и с Ним воскреси, и спосади на небесных во Христе Иисусе, да явит в вецах грядущих презельное богатство благодати Своя, благостыню на нас о Христе Иисусе. Благодатью, бо есте спасенье через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, да никто же похвалится, того бо есть мы творение, создание о Христе Иисусе на дела благая, я же прежде уготова Бог, да в них ходи. Братие, плод духовный есть, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых несть закона. А иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братие, аще и впадет человек в некое прегрешение, вы, духовни, исправляйте таковаго духом кротости. Блюды себе, да не и ты искушен будешь, друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. И Духове Твоему, Аллилуйя, глас шестый, живый в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Речет Господи, заступник мой и си, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело. Аллилуйя, Евангелие чтение.
Яко ваше царствие Божие,
Боже не очищи ныне, яко насытитесь. Боже не плачущи ныне, яко восмеетесь. Боже не будете, егда возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше его зло, Сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, все вам зла ваша много на небеси. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божию, лице наше, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй. Милуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине, Отце нашим святейшим патриархе Кирилле, Его экзархе, Его Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Вениамине, и о все во Христе, брате наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о благохранении стране нашей, воинстве и народе я, да тихо и безмолвное житие поживет во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся ежемилостивым оком, презрите на люди земли белорусские и сотворите ее непреборим от раздоров и разделений. Молимся, милосердный Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дабы забыть Твою нам, ежели любите Тебе, Бога нашего и ближнего своего, сотвори на ненависть, вражда, обиды и прочие беззакония прекратятся. Истинная же любовь да царствует в люди земли белорусские. Молимся, Спаситель наш, скоро услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, ежемилостивно пощадите нас от губительного поветрия и избавите верные люди Твои от смерти душевные и телесные, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и наступление. Молимся, милосердие Господи, скоро услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, братья наши, священницы, священномонасики, всем во Христе, братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархе православных и создателей святые обители сия, и о всех прежде почивших, отце, братьях и сестрах, сдележащих его всюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышать десятый глас умоления нашего и молитвы, и помиловать тех, Бог Твоих, все честные игумени и братья с сестрами во Христе, братыри Андрея, братья и причтаны, рабы Твоя, Вящую Наталья, Валентина и Елену, Валящую Татьяну, Викторию, Нину, Дарью, Владимиру, Викторию, Павла, Владимиру, Вящих Владимиру, Вящих Светлану, Алексея,
Господи Твоему, и покрыти ко всем враждите, находите мы, от всякие напасти, беды и скорби, не духов избавите, и подати здравия, только лезвие в руце все, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире здравия, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, рабов Божиих, сестер, братья и прихожан, святые обители сия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о подносящих, добродеющих, во святей все честнее обители сей, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, Господи, небесе земли, привечный Божий, покаяние, сокрушение сердечным смиренно молимся, защити землю нашу белорусскую от смуты, вражды, разделения. Сохрани, люди Твои, от находящих бед, болезней, скорбей, искушений. Не предашь нас служите суете и неправде мира сего лукавого, но укрепи нас в исполнении заповедей Твоих. Да утвердившейся вере благочестии почтимся исполнить и волю Твою святую, Ибо иси Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Умилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи молимся о покоении душ усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, митрополита Филарета, Антония Филокия, блаженнейшего митрополита Владимира, архиепископа Максима, Константина Михея, Старка, епископа Василия, протоиерея Николая Николеонида, схерка Матрита Закария, митрофана Яна Изопрония, Сигумена Савы, Романа Карсения, Схимона Кинягни, Марии Цепоры, Губьены Романа Кавасилии, Накатрадея Верапонта, Ирия Александра Ирия Вячеслава, Протодиакона Леонида, Протерия Алексея, Романа Канегадима, Диакона Михаила, Максима Убьены Ирия Даниила Александра, Ипотиакона Александра Ирия Владимира, Протерия Николая Евгения Петра, Протодиакона Леонида, Никини Георгия, Никини Ирины, Протерия Сергия Антона Геннадия Александра, Убиенный Гумни Василиса, Монахини Васи, Инокалитра, Инокини Елена, Монахини Марии, Схемонахини Леониды, Архимандритов Кирилла, Феодосия Григория, Давида Ефрема, Протоиерея Дмитрия и рабов Божиих, но представленного монаха Германа, но представленного протоиерея Александра, Юлиана, Ольги, Александра, Валентины, Ирия, Олега, Галина, Петра, Григория, Екатерина, Паина, Николая, Ольга, Александра, Александра, Митрофана, Юрия, Ании, Мария, Александра, Анны, Александра, Елены, Нины, Фатини, Юрия, Сергия, Евгения, Зинаида, Виталия, Викентия, Степанида, Ивана, Дмитрия, Мария, Антонины, Дмитрия, Надежды, Виктора, Евгения, Бориса, Бориса, Мария, Петра, Игнатия, Вера, Игнатия, Анастасия, Иоанна, Матроны, но престальные Ирины, Сидины, и наипоминаемые, все прежде почившие сродниковых, и всех отлика почившие православных христиан, еже простили всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
небесного и оставления грехов и ко Христа, бессмертного царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господи, помилуй. Небо Ты си воскресенье, живот и покой усопших раб Твоих, новопредставленного Александра, новоприставленные Ирины, Ирины, Валерия, и всех для ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец, братья и сестер наших, везде Божий наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и святым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помолитесь о Вашей, Господи. Господи, помилуй. Верни Вашей, помолитесь, да Господь помилует. Господи, помилуй. Простите, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже, Господи, не преклоните Тебе, Господи. Да иди с нами славит пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Или соглашение изведите, да не тот оглашенных и лицеверни, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спасибо, милое, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Возвращи мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуй, Громиха, благостояние святые Божии, цепнее соединение все, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, радости мы с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящей вонью, Господу помолимся. Господи, помилуй. Помилуйся нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. И мудрость. Якода под державою Твоею всегда храними, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кто же достойно связаться со плотскими похотями? Израиль.
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Святой Троицы Сергиевой Лавры, Священного Архимандрита, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси, Святоуспенские Жировицкие обители, Священного Архимандрита. Да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический и монашеский чин, всечестную игуменью Ефросинью, сестрами о Христе, сестер, братья и сестричества, строителей, благоукрасителей, жертвователей, святые обители сия, всех трудников подворий, всех вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христове, проси, о, дай Господи, и святую и пречистую
преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Щедротами единородного Сына Твоего, ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Благодать, Господи!
Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Thank you.
сейчас апостолом Твоим ниспослал, такого благи нету ни от нас, но они нас молящие. Патриаршего экзарха всей Белой Руси. Их же даруй святым твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих словом твоей истины.
истины. Помяни, Господи, храм и все. Честное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа со всеми вами. Божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Господи, помилуй. Избавиться нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заслуги, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Господу проси. Подай, Господи. Аминь, верно наставника, хранителя души, телеса наших, Господу проси. Подай, Господи. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, Господу проси. Подай, Господи. Помоги, болезные душам нашим, Господа проси. Подай, Господи. Очевидно, живота нашего в мире покаяние и скончати, о Господу проси. Подай, Господи. Христианские кончины, живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове проси. Подай, Господи. Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предади. Тебе, Господи. Исподоби нас, Владыка, содерзновением не осужден на свете призывать и Тебе, Небесного Бога Отца и глаголоти. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
милосердием, щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Святая, святым, един, Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Преподобнее, Отче, во имя.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На начало рождественского поста протоиерей Дмитрий Смирнов. Наступает рождественский пост, в конце которого Церковь торжествует Рождество Христово. Он родился как раз для тех людей, которые воспринимают Его не просто как учителя, оратора, или, как некоторые говорят, очень хорошего человека, который когда-то давно жил, а действительно как Слово Божие, сошедшее с небес. Христос говорит человеку нечто такое, что никто ему никогда не говорил и не говорит. Каждый человек, который даже далек от всякого гуманитарного образования, если он почитает слова Христовы, услышит о Его поступках, почитает Его притчи, не сможет не почувствовать, что в этих словах правда, которая находит отзвук в его собственном сердце. Не хватает только малого – повернуть назад, не по течению, а против. Если бы Христос сказал два слова, если бы Его бы не распяли, но Он на то и пришел, таков мир, в который Он пришел. Он 3 года воспитывал своих учеников, а 3 года – это очень много по тем временам. Это сейчас люди учатся по 4, 5, 6, 7, а некоторые по 15 лет, потому что ум современного человека забит всякой информацией. А в те времена вообще никакой информации не было. Были только разговоры людей с другими, и был небольшой ряд книг, которые некоторые люди считали священным писанием. Это можно было вполне освоить каждому человеку. Тем не менее, вещи, которые идут вразрез с человеческим опытом, принять и понять все равно непросто. Человеческий опыт что говорит? Как ты должен работать, когда ты появился на работе? Если тебе начальник дал задание, ты должен постараться это переложить на другого, чтобы он это сделал. Если не получается на другого, тогда позвонить сменщику своему или просто ему оставить, чтобы он это сделал. А потом нужно всех своих сотрудников сталкивать друг с другом, особенно если коллектив женский. Это ты расскажи про ту, а это и расскажи про это. А почему она сказала? А потому что ты и сказал, что сказала та. Ну вот и между ними распря. А ты идешь и говоришь начальнику, что они делают на работе. И ты получаешь хорошее, ведь ты предоставляешь информацию начальнику, а они плохие. Поэтому если начальник затеет кого-то выгнать, он выгонит их, а не тебя. А ты старайся угадывать, что начальнику важно, что он любит, что не любит, и старайся делать так, чтобы ты был такой незаменимый. Ведь так полагается в этом мире. А если во Христе, то совсем наоборот. В каждом твоем действии наоборот. Все будут говорить, что ты дурак. Все будут говорить, что ты не умеешь жить. Ну и прочие очень важные и очень верные слова. А в христианстве наоборот. Незачем учиться жить, как живут волки, потому что с волками жить, по-волчьи выть. Это не по-христиански. Надо делать работу свою не для начальника, а для Господа. А Господь каждого человека наделил совестью. И человек в соответствии с собственной совестью должен работать так, чтобы его Господь похвалил, и если надо будет, Господь похвалит этого человека. А если Господь захочет, чтобы этот человек, уже привнеся в эту компанию какие-то христианские отношения, пришел бы на другое место и туда бы привносил, тогда Господь так устроит, что его выгонят с работы. А иногда еще обвинят в том, что он не делал. Это вообще очень просто, это самое милое дело, потому что каждый человек всегда врет, всегда. 2 автомобиля столкнулись. Когда приезжает сотрудник дорожно-патрульной службы, он даже их не слушает. Он как профессионал на подъезде уже видит, кто виноват. А эти будут сейчас врать друг на друга. Но это пока река течет вниз. Но плавание по ней недолгое. Жизнь проходит очень быстро. И большинство людей не только к старости, но уже к зрелости понимают, что такая жизнь смысла не имеет. Потому что человек прожил жизнь свою всю как пес, в злобе, во вранье, в тявканье, все время в оскорблениях, в конфликтах, в каком-то рычании. До чего же противная жизнь? Но сам человек захотел.
Каждый человек себе сам жизнь выбирает, и Христос не хочет никого заставлять. Некоторые спрашивают, а чего Господь не вмешивается? Это еще зачем? Каждый живет, как он хочет, каждый делает то, что он сам для себя выбирает, и каждый наследует то, что он создал в своей душе. Филиппов пост нужен для того, чтобы нам встряхнуться, в этот период подготовки крепко подумать, поразмышлять о Рождестве Христовом, в зеркало на себя посмотреть, поговорить с самим собой. Зачем я живу? Чего я хочу достичь? Что мне в этой жизни надо? Какие отношения у меня с Богом? Как они связаны с тем, что я с понедельника курочку не буду есть, а буду есть вермишель? Это что, такое со мной должно сделаться, что это я себя буду мучить? А пирожницы? А нет, оно постное. Постное, ладно. Как вот все так сделать постненько и вкусненько? А вообще в чем цель поста? А цель моего существования? Кого я хочу из своих детей воспитать? Кого хочу я вырастить? Посмотреть, кого я уже воспитал? Вот почему у меня лицо такое несчастливое? Почему мне тяжело? Почему все кругом виноваты? Может быть, я сам в чем-то виноват? Я что-то затеял, я что-то делаю, потом бывает такой-то результат. Пост нужен для того, чтобы встряхнуться, на себя посмотреть со стороны, помолиться Богу, в молитве найти Бога. Не просто отчитываться с молитвословом в руках для собственного успокоения. Прочел, не прочел. Представьте себе картину. Приходит человек на рынок, достает книжку и начинает читать продавцу, человеку из другой даже страны, про помидоры, про огурцы, про баклажаны. Даже кто-то начнет читать про авокадо. Продавец, наверное, решит, что этот человек сумасшедший. Во всяком случае, долго с тобой заниматься не будет. И так и у нас получается. Мы думаем, что если мы читаем, значит, у Бога в Его божественной сущности должно что-то произойти, потому что у нас к Богу отношение такое же, как у наших детей к нам, потребительское. И к священникам также. «Так, батюшка, помолитесь. Вот это помолитесь, вот это помолитесь. Вот все мне помолитесь. Почему? Ну вот все здесь очень тревожно, а я хочу, чтобы все было нормально. Сделайте мне». И к Богу, и ко всему, что к церкви происходит, отношение только потребительское. Все для того, чтобы нам что-то дали, чтобы нам было хорошо. Это опять совсем не так, как должно быть. Церковь хочет научить своих чад, чтобы они возлюбили Бога, чтобы, как Филипп, за Него, Христа Бога, отдали жизнь. Жизнь, умерли бы за Него, потому что все равно умирать. Вот в этом есть изменение направления жизни и покаяния. Так жить, чтобы быть готовым умереть за Христа, и детей растить не для того, чтобы им было в жизни хорошо, а для того, чтобы они могли бы с большой охотой, с любовью, с радостью, даже с весельем отдать бы жизнь за Бога. Вот это христианство, а все остальное — имитация. Это так же далеко, как театр отстоит от подлинной жизни. Это все не настоящее. Каждый пост — это особое время, когда мы должны немножко постараться, как в притче о блудном сыне, прийти в себя, если, конечно, мы не хотим, чтобы пост наш прошел в чисто гастрономическом плане, что духовно мало полезно. Цель совсем не в этом. Но как это донести до человека, если даже по телевизору какой канал ни включи, все еда, каждая передача с утра, все еда. Еда, вместо того, чтобы ту красоту, которую посеял в их сердцах Господь, распространять и на внешний мир, а это было бы естественно. Если бы мы воспитали детей, все бы говорили, «Ах, какие дети! Где вы таких взяли? Как это вы воспитали? Детки, где вы учитесь?» Так по-христиански должно быть. Дети должны быть совсем как ангелы, а они такие же, как и родители. Надо прежде всего ставить задачу вырастить христиан. Об этом думать, молиться, читать, как это сделать, чтобы это получилось. И постом тоже. «Батюшка, вот благословите. Обожди, постой, это дети чьи? Я тебе когда-нибудь спрашивал,
«Батюшка, благословите автомобиль купить. Когда я покупал автомобиль, я у тебя спрашивал?» «Нет, надо заручиться благословением, чтобы все это было хорошо. Все хотят хорошо, а с точки зрения христианства хорошо – это свою кровь проливать. Ты хочешь хорошо? Так это свою кровь проливать. Ты этого хочешь?» Христос родился в Вифлееме, хотя был царского рода. Тем не менее, Он родился в пещере для скотины, которая укрывалась там от непогоды. Ему на земле не было места даже в захудалой вифлеемской гостинице. Они в Вифлееме и сейчас такие. Если вы приедете в Вифлеем, посмотрите, что там за отельчики, увидите, что это что-то самое убогонькое, потому что Вифлеем в арабской части. Будем молиться Богу, Его искать и стараться Ему угодить, чтобы Он был доволен нашими чувствами, нашими помыслами, и наши дети увидят, что мы такие, что мы не зловредные, а хорошие, добрые, не раздражительные, не укусим сейчас за лодыжку. Они это увидят. Ребенок увидит, что его папа и мама не такие, как мальчики и девочки в классе, не такие, как учительница, которая говорит одно, делает другое. Он увидит, что его родители не такие, и взвесит, что лучше, и, может быть, тоже выберет христианство. Но мы должны это показать, как апостол Филипп показывал. В этом его апостольство, и каждый крещенный человек должен быть апостолом. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хотя есть и человечье тело вовечнее, страху приступи, да не упалишися, огонь бы есть. Божественное же пья, кровь ко общению, впервые примирися, тя печалившим. Даже дерзая таинственная, мрачная, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися, образом сотрепетом. Владыко Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимое и невидимое, Содетелю, безначального Отца, сопресносущной Сыне и собезначальной, премногие ради благости последние дни, плоти волкися, размыйся и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови, рослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царь, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмо достоин возрети на высоту славы Твоей, прогневал бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих поверений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпеливший, много милости в не предал я семя, погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидаю вращения, Ты, бореклися, человеколюбче, пророком Твоим, я к охотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь и по владыку создания Твою руку покупите, не же поговоришь и по гибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и о защите достоин есть небеси и земли, и сия превременная жизни, всего себе повину греху и сластем по работе вы Твою скверни в образ, но творение и создание Твое быв, не учаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая греху жду, прими обо имени человеколюбчим Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческие, исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая, не пришеды призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очистимя от всякие скверны плоти и духа, и научимя совершать и святыню во страсе Твоем, якуда чистым сведением совести моей, святынь Твою счасть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тань Твоих, ниже дань. Аминь.
со страхом Божиим и верою приступите. Ісі воістину Христос, Син Бога живаго, пришеди в мир грешне спасти, отнивши первый весьма. Еще верую по сей самое пречистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя, молюсь его Тебе, помилуй меня. И прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведьм и неведьм. Исподоби меня неосужденно причаститься пречистой Твоих таинств. В оставление моих грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоей тайной дни, Сыне Божий, причастника, причастницу меня прими, небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или в осуждение, будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи. Новое исцеление души и тела. Аминь. Тело Христово, помяни. Точно.
Михаил. Богдан. Николай. А Георгий сейчас. Причащается. Анна с очадом причащается.
Елисей. Владимир. Владимир. Жизнь вечная.
Игорь Васильевич, Наталья Пещенцева, вас обвиняют в ее грехов. Жизнь вечная очищается. Андрей работает, ваш мир грехов жизнь вечная. Анна прещается. У вас вообще остались частицы? Остались частицы? Много частиц? Ну хорошо, пускай стоят. Владимир обещается. Причащается. Максим. Причащается. Ирина. Ирина, восстановление ее грехов. Жизнь вечная. Причащается. Виктор. Виктор. Называет восстановление грехов. Жизнь вечная. Аминь. Причащается. Причащается вера. Вера. Жизнь вечная. Причащается Андрей. Ирина причащается в оставление ее грехов и в жизнь вечная. Аминь. Надежда в оставлении ее грехов. Жизнь вечная. Аминь. Вера причащается в оставлении ее грехов. Жизнь вечная. Аминь. Мария причащается в оставлении ее грехов. Жизнь вечная. Аминь. Причащается Иоанна в оставление грехов. Жизнь вечная. Причащается Елена в оставление ее грехов. Жизнь вечная. Григорий причащается в оставление грехов. Жизнь вечная. Наталья причащается, Анастасия, восстановление ее грехов, жизнь вечная, аминь. Ирина причащается, восстановление ее грехов, жизнь вечная, аминь.
Георгий Борий, восстановление его грехов и жизнь вечная. Аминь. Дмитрий причащается, восстановление его грехов и жизнь вечная. Аминь. Освети любящие благолепие Дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественную Твою силою, не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебя, Отца Света, Тебе славу, благодарение и поклонение воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Исполни законы и пророков Санкт-Петербурга. Аминь. Исполни святейший смотрение, исполни радость. Буди имя Господне благословенно, ныне и до века. Буди имя Господне благословенно, ныне и до века.
Господи, имя Господне благословено отныне и до века. Благословлю Господа на всякое время, выну хвалаю во устях моих, то Господи поклонится душа моя, да услышат кровцы и возвеселятся, возвеличите Господа со мною и вознесите. Хвальных апостолов, свидетеля Николая, мир ликийского чудотворца, преподобно-мученец, великой княгини Елизаветы Инокини Варвары, Алексении Петербургской, преподобного Паисия Велечковского, его же и память ныне совершаем, мучеников-исповедников Гурия, Самона и Авива, мученика Димитрия, мучеников Елпидия, Маркела и Евстохия, священномучеников Николая, Петра, пресвитеров и Григория, Никиты, диаконов, их же и ныне есть день, и же во святых отец наших, отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, града Златоустого, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского Алексея Руси, и Господь
господина нашего высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Минского и Заславского, патриаршего и всей Беларуси, всечестную игуменью Ефросинью, сестрами о Христе и вся православные христиане, Господи, сохрани их на многое лето. Странен быв на земле, небесного отечества достигли сих, Преподобный Отче Паисие, добролюбия поближниче, верных научил и сил Богу возводить их, и сердцем к Нему взывать их. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Избранный и внучистого жития ревнителю, я общила много трудная, и за армии отеческими души наши снабдил еси, коего, что наставляя на путь спасения, всего ради зубем тих. Радуйся, Паисие премудре, старчество духовного в стране нашей возродите. Великий наставниче, учителю премудрый всех чающих спасение и подвига духовного, преподобный отче наш Паисие, ты от юности ли любви ради Божией оставил и все отечество твое, и в иных странах безмолвие ища во горе святей Афонстей и обители иноческой, и обителях иноческих Молдаврлахии небесное богатство обрел еси, ты великим воздержанием в труде, в тесноте и крайнем лишении, плоть свою духове покорив, сокрушение нелицемерное, трезвение бодренное, бесстрастие ангельское, молитву сердечную стяжал еси, и сими обновил еси древнего иночества, и стол православия показался еси, яко учитель, наставник и отец чудолюбивый, священный вертоград ученик твоих, иже простре отрасли своя во вся концы российские земли насадил еси, сего ради услышано с грешных верою и любовью призывающих тебя, и вонми прошением нашим, умолив все щедрого Бога да сохранить святую церковь русскую и вся святые церкви православные в союзе веры, миры, братские любви, паче же от расколов пагубных и междоусобных нас нестроение избавит, и в неподколебимое благостояние утвердит во спасение всех истинно исповедующих Пресвятое имя Его, и спроси угодниче Божие Отечеству и народу нашему мир, благоденствие, изобилие плодов земных и благоустроение весей и градов наших обителям же иночестим, житие богоугодное, да славится в них Пресвятое имя Твое, обретают в них вечное спасение, любящие Его, помози нам в суетном грешном мире всем странствующим, Отче преподобнее, умоли Господа даровать нам оставление всех прегрешений, да во исходе душ наших избавит нас воздушных мытарств и мучений вечного, да молитвами Твоими узревшей неизреченную славу Христа Бога, возблагодарим Тебя, как заступника и предстателя нашего, и прославим безначальную, единосущную, нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
мы дожили до начала нашего рождественского поста, с чем я вас и поздравляю. Мы сегодня воскресный день празднуем, и память преподобного Паисия Велечковского, который возрождал духовное делание. Что это такое? Это внутренний человек. И, к сожалению, в то время в его жизни уже в России утрачено было вот это святоотеческое понимание духовной жизни. Были огромные труды иноков. Вообще люди очень себя не жалели для Бога. Посты, стояния, службы огромные, да? Но все это ограничилось внешним деланием. А Паисий Велечковский, который учился на Афоне духовной жизни, впитал все лучшее, пришел в Молдавию, организовал там монастыри, огромные монастыри, и имел учеников, иеромонаха Федора, монаха Клеопу, которые, в свою очередь, стали учителями Льва Оптинского, первого старца, и от этого пошла уже плеяда старцев оптинских. Понимаете, это очень важно было, потому что мы пришли к Богу не только для того, чтобы разбить лоб, не только для того, чтобы что-то внешнее сделать, понимаете, но чтобы внутренне преобразиться. И вот здесь старчество, вот здесь откровение помыслов, вот здесь внутренняя работа, которая необходима. Если ее нету, все-таки результата тоже нету. Стяжай мир в себе, внутри себя. Зайди в клеть свою, затворись. И поэтому как важно, понимаете, человеку начинать внутреннюю работу, следить за своими чувствами, за своими мыслями и открывать их на исповедь. И не доверять себе, а человек доверяет себе, он привык, он так, понимаете, то есть сомнений у него нет. Но это все далеко не так. И, конечно, он как возродитель такой вот духовной жизни, где центром уже является не внешнее плетение волос, да, не внешний подвиг, а внутренний потаенный человек, его сердце. Что в твоем сердце? Вот это, конечно, для него его огромная заслуга, и он, конечно, является вдохновителем такой, можно сказать, так по-современному, новой волны монашества, которое пришло с его учениками на землю, которые насаждали, которые несли в себе. Многие не понимали их, понимаете, было даже противление. Но это все, понимаете, всегда бывает в этом мире, когда кто-то что-то не понимает. Сегодня я, знаете, что хочу вам сказать? Какая великая милость, что мы с вами вместе, что нас ничего не пугает. Смотрите, что в мире сейчас происходит. Люди разделяются, обособляются. Сейчас все можно сделать на удаленке. Сейчас вот эти изобретения современности, они лишают человека общения. Можно учиться на удаленке, можно работать на удаленке, можно даже любить на удаленке. Я люблю, а ты видел свою любовь? Мы общаемся. Что это за общение, понимаете? Это ужасно, это не смешно, это ужас. Это то, что происходит, что человек становится источником заразы, что человек становится источником страха, и мы боимся. Не кашляй, не дыши на меня. Я хочу долго жить. Смотрите, что в церкви, да? Нас Господь соединил.
связал своей любовью. Мы единая соборная церковь. И какая радость, что мы являемся членами русской православной церкви. И я думаю, врата адова не одолеют ее, потому что там молятся за нас святые. И как бы мир не разыгрывал свои сценарии, чтобы разделить церковь, чтобы мы боялись подойти к другу, мы будем вместе, потому что с нами Христос. Где двое или трое во имя Мое, там Я посреди вас. И поэтому ничто не победит. Понимаете? Никто не победит. Как бы враг не пытался внушить панику, страх, неверие, сомнение, все это есть сейчас. Как бы справа и слева не нападали на нашу русскую православную церковь, она жива и будет жить. Понимаете? Потому что там молится Паисий Велечковский, там молятся старцы, там молится император Николай, царица Александра и его и их дети. Там молятся Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и Силуан Афонский. Там молятся за нас и новомученики. И как, кто нас победит? Этот мир с его страшилками, с его пугалками, с его какими-то, понимаете, все время страхами. Никто нас не победит. Потому что мы люди православные. Потому что мы в церкви, под покровом церкви. И нам не страшен никакой вирус. Никакие бури, которые, естественно, будут. Потому что сейчас уже новые из Африки какие-то новые болячки идут. Из Африки, потом из Австралии пойдут, потом из Америки. Понимаете, и можно представить, да, общество будущего. Все в скафандрах, все друг друга, понимаете, и кругом вирус. Понимаете? И вот горстка людей, они со Христом. И немного будет, понимаете, немного будет. Потому что надо всех заставить, надо всех сделать одинаковыми. Но мы не одинаковые, мы разные. Но вместе мы, потому что с нами Христос. Нам не надо всем обезличивать каждого из нас. Нам не надо из нас делать роботов и заставлять того, что мы не хотим. Нам нужно каждому развиваться, духовно развиваться. Потому что придет время, и неизвестно, когда оно придет, но оно придет, когда нам нужно будет войти в вечную жизнь. И для этого душа должна жить полноценно. Понимаете? Она должна учиться любви. Она должна учиться вере. И в этом наша с вами жизнь. И это наше спасение. Поэтому, конечно же, я вот как-то так думал, что сегодня так вот, что насколько вот плохо что-то, да, что-то болит, что-то плохо. Кругом одни неприятности. Там не так, там не так. Там обман, там подлость, там все. Все это есть. Но мы в церкви. Это самое главное, понимаете? Мы со Христом, и Христос нас никогда не предаст, никогда не оставит. И в этом наша с вами сила. Это мы должны помнить всегда, всегда помнить. Как бы ни было сложились обстоятельства, но только не отступить от Христа, только не пойти на поводу у человеческих мудрований, у человеческих страхов, у человеческих каких-то, понимаете, философий. Все это ерунда. Вот там, где Христос, там и жизнь. Понимаете? А сегодня Христос в вас. И церковь – это не просто абстрактное что-то. Это вот люди, которые собрались во имя Христа, которые соединились с Его телом и кровью, и которые побеждают этот мир. И поэтому, видите, почему так говорил сербский богослов, что каждая литургия – это атомная бомба в ад. Понимаете? Потому что это победа Бога. Вот сейчас есть победа Бога. Этой победой мы с вами должны жить. Помоги и сохрани всех, Господь. Ну, я не знаю, с кем. Ну, а кто звонит? Ну, под ноги звонят. Хорошо.
Слава тебе, Боже, слава тебе. Слава тебе, праздник. Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общниками обойти святыни твои сподобил еси. Благодарю тебя, яко меня недостойного, причаститеся пречистых твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыко, человеку легче ради умери же и воскресы, и даровав нам страшное сей животворящее таинство, во благодеяние и освящение душ и телес наших, дашь быть и семимнево исцеление души же и тела, в отгнании всякого сопротивного просвещения очей сердцу моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерного исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да у святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, поминая всегда, и не к тому себе живо, но Тебе, нашему владыце и благодетелю, и так у сего житья и шета надежде живота вечного, пресносочный достигну покой. Иди же, празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы все истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Боже, Царю веков и Судителю всех, благодарю Тя всех яшами и сей подал благих, и о причащении причистых оживотворящих Твоих таинств, молю бы Тя, блаже и человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и в сине крилу Твоею, и даруй чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайся святынь Твоих, в оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы есть хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне под Твою волею огнесы, и опаляй недостойное, да не опоришь и мне, Судителю мой, паче же пройди во уды моя, во все составы во утробу в сердце, упали сернее всех моих прегрешений, душу очисти, во свети помышления, составы утверди, сквозь мир купи, чувств просвети простую пятерицу, всегоме спригвозди страху Твоему, присно покрой, соблюди же и сохрани от всякого дела и слова души тленного, очисти мою красимя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое вселение единого духа и не к тому вселение греха, да яко Твоего дому ходом причащения, яко огнями не бежит всех злодеев, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначале же бесплотных притечу Твоего, премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего Служителя, Ты бы есть освящение единой нашей блажей души светлость, и Тебе ли поподобное, по Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же ми благодарение сих, радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, с подобием грешного стать лесной славы Твоей, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, в свете помраченная моя души, надежда по крови прибежище утешение радование мое, благодарю Тебя, яко сподобила меси недостойного причастника быть, причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, уживотворимя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мне и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание плененных помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания неосужденно, приимать и причистых тайну священия во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетие и славите тело все одни живота моего, яко благословенное, препрославленное и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже и си уготовал при лице всех людей, свет в откровение языков и славу людей Твоих, Израиля,
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссевши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мирови сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словеси наказуя, учила не за толсте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учишь и поклоняйтесь от Троице единому Богу, Иоанне за то усеси блажение преподобнее, достойно хвалимся, еси во наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений и гласы, но при дворе, ко благая на помощь нас верно зовущих те, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующие присно Богородице чтущихся. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним благослови очи. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.